Три пациента с обморожением поступило в краевой ожоговый центр за последние сутки, а всего пострадало 13 человек за два дня. Многие получили травмы самой высокой, третьей и четвертой степени, говорят медики. Среди пациентов преимущественно это пациенты пенсионного возраста. Есть один пациент 17 лет. Основной причиной получения отморожений – это состояние в алкогольном опьянении. Один пациент в состоянии наркотического опьянения. Обращалась мама с 5-летним ребенком. Со слов мамы, отморожение пальчика на кисти ребенок получил во время прогулки. Чаще всего в травмпункты обращаются с ушибами и переломами, полученными на льду. До 200 человек в день. Медики советуют отнестись серьезно к температурной аномалии. Теплее одеваться и по возможности не выходить из дома. Отмечу, при любых отрицательных температурах воздуха на улице образовательные учреждения будут работать. Вести ребенка в школу, детский сад или же оставить дома решают родители.